Что, никто не берет? Что-то мужиков здесь мало, одни женщины. Я бы вас предложил кому-то. Такая девушка хорошая. Как не берут, непонятно. У меня есть предположение, почему не берут. Ну, потому что вам надо быть понежнее, помягче, как-то так себя вести очень по-доброму, так. Ну, скрыть свой разум. Мужики боятся разумной женщины. Видит разумную, как он с ней справляться будет, думает. Не потянул. Да, потому что мужчине вообще любую женщину потянуть невозможно. Вот любую. Но некоторые скрывают, а некоторые нет. Более правильно скрывать. Не показывать свой разум мужчине, и тогда он как бы, ну все, как бы. Потом понятно уже, когда взял уже деваться некуда. Вот. Надо, вот, надо быть нежнее, скромнее, ласковее, вы очень неприступны. И тогда у вас все получится, у вас хорошая судьба, я не вижу одиночества никакого, просто неправильное поведение. У вас мама как себя вела? Так же, тоже такая? Да. И что? Сложно. Сложно, да. Видите, неправильное мышление просто. Угу. Надо правильно мыслить. Надо попроще с мужчинами. Попроще. Надо всегда знать, женщина всегда должна знать в отношениях с мужчиной, что она сильнее. И поэтому она должна быть спокойна. Женщина всегда сильнее, психика женщины сильнее. Но если она ведет себя скромно, если она свою силу начинает показывать, то он начинает обороняться, напрягаться, и все рушится в отношениях. Ну то есть, если она знает, что она сильнее, она может это делать спокойно, по-доброму, силу свою проявлять. Но если она не знает, то она будет рушить все вокруг себя. Так и тоже, чтобы создать семью, тоже назнать свою силу и очень нежно, мягко, ласково себя вести. И тогда эта сила начнет действовать правильно. Потому что иначе мужчины пугаются. И сила большая. Вот уже лучше на меня смотрите правильно. Спасибо вам большое. Спасибо. Будьте счастливы.